Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и я продолжаю играть в игру Outlast 2. Поехали! Говорю, ты обращаешь нас в себя, о Господи, и мы будем обращены. Верни наши былые дни. И я не успел прочитать. Так, а закончил я, по-моему, на том, что сбежал от этой психованной Вэл, от этого... Непонятно, блин, в общем. Ну, судя по тому, что у него есть груди... Видимо, что это девушка. Хотя, типа, в описании игры... Что ты с ней сделал? Кто это мне говорит? А, в смысле? Ты не можешь хранить тайну от самого себя? В смысле, какую тайну? В смысле, она катается туда-сюда? Окей. В общем, Вэл в записках обозначается как мужчина. Почему она катается сама по себе? А, возможно, мне надо просто выбить с помощью этой тележки вот эту хрень. Я понял. Ну и как тебя толкнуть? Подожди, приятель. Блин, она пока закрыта. Окей. Мне надо поднять ее на максимум? Или можно просто толкнуть? Давай просто попробуем толкнуть. Не, нифига, так не будет работать. Давайте попробуем оттянуть максимально назад. Надеюсь, там сзади меня никто не будет ждать. Ладно, погнали. Давай. Разгоняй ее. Ну. Есть. Нет. Блин, ай, он сзади, он спереди. В смысле? Капец, он только что сквозь меня пробежал. Давай, погнали, короче, отсюда, ну его нахер. Я даже разбираться не хочу, куда он делся. Тут кто-то был. Подожди, мне разве вниз? Ай, серьезно? Вниз. Так как я сохранился, походу... Да, я появился уже внизу, прикол. Надо было спуститься на тросе, офигеть, здесь трупов. Так, а кто там долбится? Воу. Danger. Unsafe. Mine. Короче, это... God doesn't love you. Бог не любит тебя. Not like I do. Не то, что я. Вэл, опять это ты? Да, это Вэл. Да ну тебя нафиг! Да ну тебя нафиг! Ползем просто. Ой, какой ты мерзопакостный. Ой, блин! Прям по башке. В смысле, я же вперед полз. Там больше некуда было ползти. Что это вообще за извращенка? Так, подожди. Я ж правильно полз? А, я, наверное, развернулся. Вот я придурок. Давай, Блейк, братишка. Господи. Какой же он шустрый. Какого хрена он до меня доколебался? Или она? Я не знаю, как называть его. Да беги ты, блин. Беги. А, в смысле? Я застрял. А, что это? Какого хрена ты такой большой? Или такая большая? Все, да, я встрял. Я, походу, встрял, да? Привет! Блин, а почему я не мог проползти-то вперед? Вот она, встреча века. Здравствуйте. Ай! 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 Козел. Короче, будем считать, что это баба. Потому что у нее была грудь. И между ног ничего я не увидел. Да в смысле? О, я опять не мог ползти. Блин, а куда дальше? Направо? Погнали направо. Да беги ты, блин, придурок. Куда дальше? Направо. Ох ты ж, блин. Давай, ползи, Блейк. Она сзади. А, куда? Да блин, опять болты. Где она? За мной спрыгнула? О, свет. Вижу свет. Вижу свет, бегу к нему. Да, она за мной спрыгнула. Мерзость, уйди!
Блин. Ни хрена же не видно. Походу, она здесь не одна. А сюда нельзя залезть. Блин, придется вперед топать. Да беги ж ты. Куда дальше-то? Ага, вижу. Так, костер нашел, а куда? Наверное, сюда. Главное не останавливаться. Что? Что ты кряхтишь, как дед? Все нормально? Лестница. Наверное, мне по ней. Что такое-то? Что ты кряхтишь? Надеюсь, меня здесь никто не встретит. Фух. По-моему, это закончилось. Можно передохнуть. Так, ладно, передохнули. И можно дергать дальше. Мне вообще надо найти Лин. Я не представляю, как я ее отсюда вызволять буду, но... мне придется это сделать. Так, там кто-то бродит. Блин. Не столкнуться бы с ним лоб в лоб. Или с ней. Кто там бродит, не знаю. А где я? Куда дальше-то? Блин, серьезно. По всяким жердочкам. Охренеть. Я бы, наверное, уже давно споткнулся бы и шлепнулся куда-нибудь. Хотя я и так на месте героя уже падал раз 50. Так, наверное, куда-то туда. Скорее всего, сюда. Нет? Ну почему, блин? Почему это так не работает? Блин, балбес, походу мне просто наверх. Чтобы выглянуть из-за края, нажмите LT и RT. То есть можно, короче, выглядывать, пока висишь. Но мне, походу, туда. Ух, давай, Блейк. Главное, перепрыгни. Аккуратно, аккуратно, балбес. Кто там стреляет или что вообще происходит там? Ого, здравствуйте. А дальше? Сюда? Нет. Или сюда? Может, все-таки сюда? Нет. А куда? Зачем я сюда лез? Наверное, мне все-таки в ту сторону. Ну, надеюсь, потому что больше некуда идти. Да, идет сохранение, значит, где-то здесь будет Белл. Мерзкая, грязная падла. Тут чувака сожгли. И следующая заповедь. Нода, которую мне неинтересно читать. Мне он уже надоел со своими исповедями. Кто там? Слышите? А, блин, ты кто? Мерзость. Зачем ты делал, а-ля-ля? Куда? Куда камеру забрала, падла? Блин. Слышь, коза, ты где? Что там происходит? Да блин, приди в себя, Блейк. Тебе надо... вообще загаситься по-хорошему, но ты идешь куда-то в самую толпу. Ах, какой ты благородный, Блейк. Помоги мне исправить это. Он пришел. Плод твоей похоти. Кто там? Твой ребенок? Твой отец? Христос, которого мы заслужили, смотри. Что? Я застрял вообще. О, вы на меня не кинетесь? Рогатые. Боже мой. Лин? Это что, Лин? Блейк, Блейк, о боже мой, Блейк, помоги мне. Блин, давай, Блейк. Давай, я не знаю, что ты сможешь сделать, но давай, пойдем к ней. Ой, блин. Я хочу поделиться с вами большой радостью. А-а-а, какая ж ты мерзкая. О, в смысле? Ты Джессика? Ага, я тебе наваляю, говорит. Ладно, отвали. Отвали от меня, хватит. Так ты с Джессикой был? Ты должен сказать мне. Отвали от меня. Нет, пока ты не ответишь. Нет. Отлично, тогда ты должен сдаться. Если ты скажешь, что я выиграла, я тебя отпущу. Окей. Ты должен сказать это. Ты выиграла, годится?
Ты слабый соперник, Блейк. Так вы дурачились тут? Вы что, типа парочка? А как же Лин? Я не понимаю. О, я такой маленький, прикольно. Это что вообще за место? Склад какой-то? Ну окей, мне за тобой просто идти. Ну пойдем. Кухня? Это школа? Школьная столовая или что это? Так значит, Джесс с Блейком была в то время? Да, точно, я здесь был. Что, решили показать нам воспоминания наконец-то? Не знаю, почему ты так носишься с этим. Алин попросила тебя спросить меня. Я спросила первой. Ну, я не знаю, придурок. Заткнись. Придурок, говорю же. Блин, я не понимаю. Она сказала спросить, так? Возможно, я не знаю. Я просто хотела знать. Ты тоже дура. Знаю. Блин, надеюсь, этого баба здесь не будет. Блин, жутко мне в темные коридоры заходить. Это что? Teacher's office. Там вроде никого. А куда мы идем, Джесс? Ну, мы типа друзья с тобой или... Ну, как бы ты меня за руку держишь? Не похоже, что мы с тобой друзья. Наверное, мы сейчас узнаем всю эту историю. Со школы и Джесс. Надеюсь, по крайней мере. Думаешь, твои родители еще дома? Нет, их обычно не бывает в первой половине дня. Думаешь, я могла бы зайти? Да, конечно. Зачем? Что зачем? Ну зачем ты хочешь зайти? Не знаю. Ах ты ж маленькая. Джессика. Блин, а здесь все уютно, если просто так ходить. Ну, имеется в виду, если... Почему ты не знаешь, Джессика? О, жаль, мы... Чем вы двое тут занимаетесь? Простите, отец Лутер Милх. Мы остались после уроков, чтобы поработать над школьной газетой. Мы уже собирались уходить. Давайте зайдем назад в класс. Блейк? Еще ничего не произошло, Блейк. Ты же не хочешь вляпаться в неприятности? Останься со мной. Это тот самый священник, который следил за мной. Я хочу, чтобы вы двое рассказали мне, чем вы тут занимались. Вы тут безобразничали? Может, нужно вызвать ваших родителей? Джессика, мне опять нужно вызвать твоего отца? Нет, пожалуйста. Я просто хочу, чтобы мы были друзьями. Ни с кем еще ничего не произошло. Может, один из вас думает, что это можно исправить, Джессика? Джессика, посмотри на меня. Помолишься со мной? Поможешь мне это исправить? По-моему, он... К ней пристает. Почему бы тебе не пойти домой, Блейк? Не уходи. Я помешал чему-то между вами? Все было не так. Тогда чего вы хотели? Не скажете? Знаете, стыд — это подарок Господа. Он помогает отличить правильное от неправильного. А то, чего вы хотите, очень неправильно. Иди домой и молись. Останься, я хочу, чтобы ты остался. Блейк, пожалуйста. Ситуация уже достаточно неловкая. Все в порядке, но я хочу, чтобы ты ушел. Не уходи. Ах ты, козел старый. Все в порядке. Ты можешь уходить, юноша. Так это он ее убил? Блин, вот козлина. Слушай, Блейк, надо что-то делать. Эй, братишка, ты куда? Давай обратно вламываться. Эй! Эй, я сильный молодой человек, я тебя сейчас тащу. Эй, кто-нибудь? Блин, их даже не слышно. Они вообще-то молятся, нет? Ну, я как бы не хочу уходить. Почему мне выбора не дают спасти там Джесс? Серьезно, мне просто уходить? Блин, ну это как-то не по-пацански, что ли. Ну, ладно, я пошел. Ля-ля-ля, я иду домой в темноте, ни хрена не видно мне. Блин, как же страшно. Ай, побежали. Я мелкий пацан, которому страшно бежать по коридору. Ого. О, прикол. Не, ну его нахер, я не хочу по темным коридорам бродить. Опа, в смысле? Смотри-ка, а там уже кровь есть. Блин, походу меня сейчас в конце поднапугают. Ага. В
В смысле? А я могу ее спасти? Эй, Джесс! Я бежу! Помоги мне, Блейк, Блейк! Вон она бежит, смотри! Вот козлина! Так это... Помогите, кто-нибудь, помогите мне! Может быть, это, короче, он олицетворял вот это чудовище непонятное. Эй, козел, подожди, я тебя сейчас втащу. Оставьте меня в покое. Не трогайте меня, стоять. Эй, я уже вхожу. Да толкай уже. В смысле? А что он с ней сделал? Что, шею сломал? Я не знаю, что вы видели что-то. Не поворачивайся спиной к Папе Ноту. Не поворачивайся спиной к Господу. В смысле? Что происходит? Что происходит? В смысле, блин? Я его вижу. А я ничего не вижу, блин, придурочный. Валим. А где я вообще? Что вообще происходит? Капец, блин, ни хрена непонятно. Завал не туда. Окей. Блин, ладно. Джесс. Значит, этот козел убил Джесс. Блин, а как он это с ней сделал вообще? Уронил или что? Мне куда, направо? Нет, не направо, мне прямо. Походу, мне прямо, да? Ни хрена ж не видно. О, спасибо, наконец-то посветлее стало. Походу, эта мерзость многорукая, это был... Было олицетворение этого типа? Блин, а куда я убежал? Я же рядом с Лин был. То есть Лин, в принципе, это подруга Джессики. Воу! Джессика, это, короче... Фак! Фак! Лин? Лин? Лин! Это Лин? Лин? Привет! Блейк, ты жив? Серьезно? Охренеть, какой ты... Ты беременна? Как это ты беременна? В натуре. Пожалуйста, я не хочу здесь умирать. Капец, они измазали. Я не хочу, чтобы наш ребенок умер здесь. Я не дам вам убить тебя. А как ты беременна это? Ты же была нормальной. Ну, в смысле... Как у тебя живот-то появился так быстро? Чё за гон? О, светает, что ли? Офигеть. Ладно, Лин, погнали. Не знаю, куда, правда, но погнали. Наверное, сюда куда-нибудь. Нет, нет, не сюда. Я могу и камеру достать, смотри-ка. А что я записываю? Солнце? Давай солнышко запишем. Оно красивое. Могу покрутить? Ну да, могу покрутить. Интересно, что он будет записывать. Давай посмотрим. Мы выбрались. Я вытащил Джессику. Было холодно, но снег только начался. Какую Джессику? Мы дойдем взрослого и расскажем, что случилось. С нами все будет в порядке. Это не моя вина. Я же говорю, у него все переплелось, блин. Это не Джессика, это Лин. Он, короче, спроецировал историю из детства сюда, в реальный мир. Это, конечно, прикольно, то, что вспышка света была. Ай, блин! Ни хрена себе! Что за черт? В натуре, что за черт? Нужно найти укрытие. Как можно дальше от этого места? Я согласен с тобой абсолютно. Нам надо валить отсюда. Блин, а как нас так запросто отпустили, да? Блин, что значит ты беременна? Я вот этого не понимаю. Как ты смогла стать беременной? Может быть, сюда можно выйти? Ни хрена, тут замки. Походу, все-таки надо было налево через это здание. А куда дальше? Сюда, в сарай. Что за буря такая? Вниз, нам нужно зайти внутрь, пока ребенок не родился. Это слишком опасно, ты не можешь. Мы не можем оставаться здесь. Помоги мне зайти, пожалуйста, Блейк. Хорошо, хорошо, господи, осторожно. Ай, блин. Черт, черт, блин, ты в порядке? Я спускаюсь. Мне жаль. Блин, серьезно, беременяка? А как ты так? Забеременела-то быстро. За одну ночь.
Мне нужно прилечь. Сюда, что ли? Капец, там какой-то трупешник сидит. Хорошо, хорошо, я просто... Все будет в порядке, малыш. Ты что, рожаешь, что ли? А, кто? О, это же это! Самая повитуха! Да ну нахер! Серьезно? Напоследок решили нам подосрать, да? Хрен нас два, мы убежим отсюда спокойно, Лин. Блин, сюда нельзя. Господи, Блейк. Вот уж точно, господи, блин. Что за черт? Кажется, что-то не так. Да ладно, блин, ты рожать собралась? Слишком больно, мне нужно прилечь. Нет, нам надо бежать. Ну на, полежи, ладно, хрен с тобой. Не хочешь, погнали дальше. Вон она сзади прям. Как ты нас нашла-то? Ого. Боже, дай мне голос, направь мою руку. Капец, что делать-то? Зачем ты падаешь, придурок? Ого, нифига себе, что, ураган, что ли? О, для тебя. Ай. Ай-яй-яй. В смысле? Охренеть. Вот это знак божий, реально. Вот это прям стечение обстоятельств. Убирайся к черту и забери своего бога, кричит Лин. Откуда он прилетел-то? О, жесть. Вот это тебе не повезло, подруга. Офигеть. Офигеть, Лин, вот это жесть. Вот это... Как-то нереально было, ладно. Блейк, тропа. Повезло, что эта хрень на нас не свалилась. Становится хуже? Да в натуре хуже. Поторопись, мы найдем укрытие. Кажется, сгорел весь мир. Кажется, нас прет просто. Просто прет. Куда? Куда дальше-то? Направо. Я же ни хрена не вижу. Блин. О, что за землетрясение? Это лютое. Направо? Нет, там горит все. А, наверное, сюда. Короче, будем идти туда, где светло. Постараемся к солнцу. Ой, блин. Оно сзади было. О, черт, Блейк. Это ребенок? Да, он скоро появится. Да в смысле ребенок? Какой ребенок? Ты прешься, что ли? Вот церковь. Мы можем укрыться. Да ладно, это же церковь Папы Нота. Вы на приколе, ребята. Либо вас очень сильно прет, либо... Что? Куда они полетели? Кресты повылетали, видели? Что за жесть происходит? Прям апокалипсис в натуре. Холодно. Не останавливайся. Да уж, нам надо не тормозить. Воу. Что это за дымка? Наверное, сюда молния попала. Капец, серьезно, мы в церковь пойдем? Туда, где Папа Нот? Или его последователи? А где все-то? Нам, говорит, нужно зайти внутрь. Окей, мы внутри. И что? Вам тут спокойнее? Мне ни хрена. Фух, ну тут затихло хотя бы все. О, я здесь был. В натуре я здесь был. Куда ты меня ведешь? О, чувачок тут. Я его знаю. Лин, это мой приятель. Познакомься. Вот черт. Дерьмо. Черт, черт, черт. Тебе нужно прилечь. Я не могу это сделать. Ты можешь сделать это. О, боже. Что-то не так. Просто продолжай, говорит, дышать. Конечно, не так. Ты не была беременной. Что происходит? Ты что, типа рожаешь? Слишком больно. Я знаю, детка, я знаю, но ты все сможешь, правда. Просто продолжай дышать. Серьезно, сейчас родит? О, жесть. Да ладно. Продолжай, говорит, дышать. Тушься, это... А, серьезно? Да ну нафиг. А пуповину как-то отгрыз. А живот у нее остался. Лин. Тут ничего нет. В смысле нет? О, боже мой. Лин. Она что, умирает? Да ладно.
Что вообще происходит, вашу мать? У нее есть живот. И у меня в руках ребенок. Почему она умерла? Блин, я за тобой всю игру бегал, очнись. Серьезно, мне же обидно даже стало. А куда ты ребенка-то делал? Да не кричи ты, балбес. Жесть. Вот так и концовочка, если это концовка. А может и не концовка, хрен знает. Капец. Не самое лучшее место для рождения, да, чувачок? Хотя в России родиться намного неприятней. Итак, Лин сказала, ты даже ее не целовал? Еще что? Как в «Красавице и чудовище»? А, то есть драма, игра? Опять ты. Мы типа оставляем все на эту ночь. Ага, ага. Так и есть. Хорошо. Мы целуемся в щечку. Итак, ну, так она твоя девушка? Говори, а не то будет плохо. Как это плохо? Вот они играть начали. Ну это опять то же самое, что и было. Да, Джесс? Снова попался. Бог в раю, это... Это дитя, правда? О, нот! Нот 32! Боже мой, я позаботился о своих детях, но твое дитя, я бессилен перед ним. Офигеть, это же сам папа Нот. Капец. Это дитя уже слишком сильное, ты убил рай. Это что, исповедь какая-то, папа Нота? Очередная. Бог умолк после бури, рождения. Окей. Кто у него останется? Если он всех нас уничтожит, кто у него останется для наказания? Блин, у тебя крышняк поехал откровенно, дружище. Я убил моих детей, все они до последнего. Нет более совершенной веры, чем это. Я так просто лежу, да, с ребенком и болтаю с каким-то чувачком, а Бог все молчит. Все в кровище, блин. Апокалипсис только что был. Убей это дитя, если можешь. Если ты любишь хоть что-нибудь, размажи ему череп каблуком. Да хрен нас два, понял? Я знаю, что Господь не слышит мертвых. Ну, надеюсь, он им отвечает. Этот ребенок, ему от силы... Что? В смысле? Что происходит, ваша мать? Я думал, сейчас будет какая-то битва с папой Нотом. А нахрена он себе шею порезал? Жесткач. Пацан, не смотри. Что, вашу мать, вообще происходит в этой игре? Папа Нот, я рассчитывал на... Блин, я рассчитывал с тобой побороться в конце. Лин, блин, я за тобой всю игру бегал. Какого хрена? У меня теперь мало из-за тебя. Блин, а почему ты до сих пор беременная? Я вообще не врубаюсь, что происходит. Ладно, я такой журналюга, упавший с вертолета, выбираюсь из церкви после апокалипсиса. На пыточной машине валяется жена, которая только что родила ребенка, который появился, я не знаю, зачался день назад. Глава этой деревни только что перерезал себе горло. Ух, как красиво-то, елки. И музыка эпичная, блин, как из церкви выходишь, хор запел. Вот это по красоте. Типа душевненько. Типа если это концовка, она такая приятная, добрая. И на душе тепло. Ну типа, я не знаю, типа я всех победил, наверное, да? Кто-то висит, блин, под такую песню, и кто-то болтается, прикол. Ну получается, что Джессика это была типа подружка Блейка с Лин. А Джессика с Блейком что-то там подмучивали, а в итоге она умерла, и Блейк остался с Лин. Как-то так? Интересно, мне объяснят, какого хрена был вообще кровавый дождь, и что за ребенок? Боже, что происходит?
сколько вас тут? Это что, трупы? Что происходит-то? Землетрясение опять. Крест. Тихо. Что там? Что? В смысле? А, что было-то? Что за вспышка опять? Подожди, мне назад или... Наверное, вперед. Тут полы вымыты, я не очень хочу здесь идти. Ага, Блейк. Эй, Блейк. Окей, она здесь. Попробуй найти меня. Ха-ха-ха. Наверное, ты где-то здесь. Я, говорит, здесь. Ай, как громко-то. А, я понял. Я сюда забежал и начал играть с ней, типа... Она же здесь? Вот она. Не волнуйся. Ах ты маленькая проходимка, завела, пацаненка. Я никогда тебя не отпущу. Ты никогда меня не отпускаешь. Теперь свет исчез. Спаситель, услышь мою молитву. Умоляю тебя, смотри и храни, отправь меня в спокойный сон. Короче, ей походу нравился Блейк. Все, что я сделал сегодня неправильно, помоги мне быть послушным каждый день. Что, они молились? И... так? Это была концовка Outlast 2? Друзья, мне ни хрена не понятно. Неоднозначная концовка на самом деле. Я рассчитывал, что мне объяснят, какого хрена моя подруга была беременная спустя сутки нахождения в этом лагере. Куда делся Блейк с малым? Но нам хотя бы немного объяснили историю с Джессикой. То есть в детстве они ходили в какую-то школу вместе проповедническую. Лин и Блейк типа балдели вместе, но Джессике нравился Блейк. И Блейк бегал за Джессикой. В итоге их нашел какой-то местный отец. Типа заставил уйти Блейка, побежал за ней. Убил ее случайно, я так полагаю. Типа, что было потом, нифига не понятно, как Блейк молчал об этом, либо он об этом сказал, как они потом с Лин спокойно начали жить. В общем, ни хрена не понятно. А потом случилась эта история. Они полетели расследовать убийство беременной девушки. В итоге Лин типа беременная оказалась. Либо она была реально беременной, но непонятно. В итоге папа Нот хотел убить ее ребенка. Ее выкрали эти грязные непонятные черти, типа Веллы и ее друзей. И она в итоге типа родила. Типа без детей был рай, но типа если рождается ребенок, то это ад. Вот так я понял концепцию этой игры. Но что случилось потом, нифига не понятно. Пойду читать форумы и посмотрю, чем закончатся титры. Ну а на этом все-таки все, друзья. После титров ничего интересного не было. Не забудь поддержать меня лайком и не забудь подписаться на канал, здесь будет много чего еще интересного. Всем пока и до скорого!